Мы с тобой уже, наверное, привыкли смотреть проекты, сделанные 1,5 человеком на энтузиазме и 3 банках Клинского. Ну ладно, ты, может, и не привык, но уж я-то точно. Да, такие видео собирают чуть меньше, чем нихера просмотров, но когда нас это останавливало? 35 миллиметров, вышедшая в 2016 году, игра за авторством Сергея Носкова. Он же Сергей Сергеевич, он же Сергей Сер... Ладно, ты понял суть. Наверное, в других ситуациях я бы не стал показывать страницу автора, но Сергей указал ссылку на свой ВК прямо в главном меню игры. И даже почему-то добавил меня в друзья, когда я рассчитывал просто подписаться и последить за новостями автора. В общем, человек творческий и вполне себе открытый. Ну а пока часть публики отвалилась и пошла дианонить меня в списке друзей Сергея, мы лучше приступим к игре 35 миллиметров. Давай сразу отшутись про размер пиписьки, площадь социального жилья и так далее. Ибо игра серьезная, давай, пожалуйста, без смехуёчков. Итак, замес начинается где-то под Череповцом. Но это не точно. Бутлег-версия Джоэла сидит около покосившейся избушки. Это и есть главный герой игры. Я сейчас не про избушку. Его имя на данный момент неизвестно, в отличие от отчества, Петрович. Поэтому пока что будет Джоэл Петрович. Окей? Окей. Тем временем наш друг заканчивает обшаривать домик. В доме ничего нет. Осмотрись сам, если хочешь. Имя друга нам также неизвестно, и спойлер, неизвестным оно и останется. Однако, если вглядеться в эти постные щи, то можно смело заявить, что их обладатели с высокой долей вероятности зовут Игорь. Ну посмотри, ну разве не Игорь? Да, не будем игнорировать слона в комнате. Я не глухой и тоже слышу озвучку. Звезд с неба она не хватает, а иногда и откровенно сосет жопу, но свою функцию в принципе выполняет. Уж не знаю, какими способами автор Светлова умудрился привлечь к своей игре студию Games Voice, но не всем так везет. Поэтому на данном аспекте я постараюсь больше не акцентировать внимание. В любом случае, это далеко не главная проблема игры. С первых же секунд можно понять, что 35 мм не является, выражаясь на игрожурском, симулятором ходьбы, ведь у нас как минимум есть оружие. Первое — это свобода печати, гласность, короче, фотоаппарат FAT2 с 35-миллиметровой пленкой. Нужен он исключительно для того, чтобы время от времени делать, ах ты ж мой умненький, догадался, фотографии, которые потом можно пролистать в главном меню. Это довольно неплохой эстетический ход, накидывающий баллов, я тебя еще успею заебать этим словом, атмосфере игры. У меня, кстати, на руках имеется почти такой же рабочий аппарат, только моделью повыше. Ну, хоть в чем-то я кого-то обошел. И красавца. Тяжеленький. Я отвлекся. Второе оружие это вот такой вот ножик. Хуёжик, блин! Шедевр! Чтобы повысить свои шансы на выживание в суровом постапокалиптичном мире, первым делом нам потребуется зайти в настройки и отключить раскачивание камеры. Ибо моя вестибулярка вроде обычно не страдает, но здесь прямо-таки проходит испытание травмами. Особенно дает жару камера, слегка продолжающая движение после остановки мыши. В общем, чтобы не превращать игровой опыт в ремейк клипа Шилавз Минат, лучше перестра... В общем, обыскиваем дом, находим пару незамеченных Игорем банок с консервами, а также фотографию, на которой изображен косар. Сделав фотку на память, отправляемся в дорогу. Топать придется долго. Джоэл и Игорь перебрасываются дежурными фразами, но по большей части молчат. Чувствуется, что оба персонажа путешествуют вместе уже долгое время. В дороге серое небо и общая атмосфера запустения побуждают меня включить поц-рок и пустить на заднем плане гуляющего Геннадия Горина, но делать я это, конечно же, не буду. Путь выводит нас к асфальтированной дороге, где как раз припаркован автомобиль, знакомый всем с детства марки. Если кто не разбирается в тачках, то для этого здесь есть я. Поясняю. Это знаменитая отечественная модель Трюэно АЕ-86, более известная у нас как Хачироку. Забравшись в белоснежную машину и стерев с нее пыль, наши друзья спускаются по легендарным череповецким горным склонам в лесную долину. Прибыв на место, Джоэл и Игорь продолжают путь пешком через лес. Фоторепортером был? Нет. Просто увлечение. Мы натыкаемся на какую-то заброшенную подстанцию, хотя слово «заброшенный» можно применить практически к каждому объекту в игре, так что, наверное, в дальнейшем можно и не уточнять. Рядом кто-то недавно устраивал распитие и разжратие. Полутав немного еды, находим пожилой транспорт поросенка Федора, около которого навстречу нам выходит пёсель. Эй, смотри! Судя по всему, эти пустые консервы и тряпочки еще недавно принадлежали его хозяину. К сожалению, не покормить, не сделать что-либо еще с пёсиком нельзя. Ну то есть как? Можно. Но если ты всерьез подумал, что я это сейчас сделаю, поднеси лицо к экрану, и я тебе его сейчас обоссу. Да ладно, я же знаю, что ты бы так никогда не поступил. Если просто следовать тропой за товарищем, можно упустить множество любопытных деталей. Как, например, вот этого немого наблюдателя. Или любопытное озерцо неподалеку.
Вообще, в этой игре довольно много приколдесных деталей. Жаль, только рассматривать их мешает кое-что. Но об этом расскажу чуть-чуть позднее, хорошо? Нагоняем нашего друга, но тут мероприятие прерывает писарь с посланием... На наших людей напал медведь! Быстро, валим отсюда! Слабый человек сразу бы дал по тапкам, но мы сперва запечатляем Михуила на память. It was at this moment that he knew. А уже потом даем по тапкам. Выплевывая легкие, бежим к какому-то сараю. И путем нехитрого... выбиваем дверь. Но тут как бы... конфуз. Медведь-то не Эдвард Каллен, ему приглашение войти не нужно. Ну, видимо, Игорь хотел, чтобы мы сожгли пару калорий, прежде чем вышибать мозги нападавшему. Ладно. Ну а нашему герою снится прохладный сон. Он же флешбэк. Мы открываем глаза в больнице, вероятно, после неохлажденной банки арсенального. Повсюду лежат тела, летают мухи, уже похоже на питерский паб, но довершает сходство звуковое сопровождение. Проснувшись от воспоминания, мы видим, как Игорь обжаривает палку Дорвелл до нового состояния. На улице уже стемнело. Может, все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Уговор я выполнил, остальное не имеет значения. Почуяв вечерний вайб, друг внезапно решает вывалить экспозицию. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространства шире. Но нет. Паника, мародерство, конфликты. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже бессильна. Из всего сказанного можем сделать вывод, что в мире произошла некая эпидемия, после которой... люди покидают нас. Послушав экспозицию, нам предстоит убить мини-босса, а именно... червячка заморить нужно. Для этой задачи нам понадобится ведро воды, а для ведра воды нам понадобится ведро и вода. Улавливаешь логику, да? Кстати, ночью при должном освещении, на мой взгляд, выглядит игра просто отлично. А уж сцены ночной деревни, да и забегая вперед, вообще все карты в игре выполнены на очень высоком уровне. Чего не отнять у автора, так это умение делать классные, проработанные и атмосферные локации. Ну а развить такое умение тебе поможет онлайн-курс... Ладно, третий раз не смешно. Мне смешно. Отпираем засов в виде лопаты. Кстати, если кто-то хотел спросить, почему нельзя заморить червячка вот этим вот, погугли, сколько всего интересного можно получить в комплекте с даже хорошо прожаренным медвежьим мясом. Что же, идем осматривать дома, по пути стараясь делать памятные фотографии. По левой стороне дороги лов в целом небогатый. Батарейки, немного съестного и зажигалка. Ну и Барби с Алиэкспресс. А в доме по соседству можно отыскать нечто более увесистое, а именно... Bag of dicks. Bag of them. Рядом стоит небольшое здание, в котором находим фотографию будущего места работы автора ролика, а также необходимое нам ведерко. Неподалеку находится полуразрушенная церковь. Если пробраться внутрь и зажечь свежеобретенные зажигалкой свечки, можно получить карму, ну или очки героя. В общем, в игре есть несколько концовок, и их получение как раз и зависит от количества очков героя и отступника. Ну, в смысле кармы, получаемой или отнимаемой в различных игровых ситуациях. В общем, наполняем душу малиновым взводом, а ведерко водой из колодца, и топаем обратно. Наверное, со стороны сегмент с деревней не кажется таким уж фрустрирующим. Однако, на самом деле, уже здесь всплывают целых три проблемы, одна из которых, на мой взгляд, критическая. Во-первых, часть лута и квестовых предметов генерится в случайных местах карты. У тебя просто не получится заучить местоположение чего-либо. Само по себе это не является проблемой. А вот вкупе с системой голода, доменная печь, духовка, разбор полетов и финская сауна вместе взятые не переплюнут степень нехватки кислорода, возникающую в комнате. И, казалось бы, механик голода вполне себе мерзкий.
прогрессивная вещь. Да, и я вроде умею не только пиздить шутки у Квена, но и в различные выживачи играть на достаточно компетентном уровне. Но здесь, ёпта, есть нюанс. На самом деле, шкалы голода в привычном понимании в игре нет. По сути, и еда, и аптечки просто восстанавливают здоровье в различных количествах. Технически, 35 мм просто ставит игрока на таймер, в ходе которого Джоэл постоянно теряет здоровье, типа от усталости и голода. А следить этот процесс можно по степени кровоизлияния страниц блокнотика с инвентарем. Не спрашивай. Проблема в том, что убывающее ПКД здоровье накладывает на глаза нарастающий размытый фильтр. Экран начинает двоиться, моргать, сужается поле зрения и гамма. Ко всему прочему, еды на всю игру ничтожно мало, и восстанавливает она мизерное количество ХП. При этом сама игра буквально настаивает на том, чтобы мы исследовали окружение, тыкали с носом во все объекты и осматривали каждый угол, в поисках той самой еды и ништяков, повышающих нашу карму. А также читали длинные лорные записки, во время прочтения которых, кстати, игра нихуя не ставится на паузу, а значит, здоровье и кровь из глаз продолжают неумолимо вытекать. А теперь сложи все вышеперечисленное и получишь главную проблему игры 35 мм. Вместо того, чтобы размеренно обшаривать без шуток великолепные атмосферные локации, мы вынуждены с обоссанным экраном носиться в поисках рандомно появляющихся припасов, как черт помоечный, подгоняемые постоянно снижающимся здоровьем. При этом, даже если здоровья достаточно, чтобы глаза не вытекали из орбит, ты все равно постоянно находишься в спешке. Ведь рано или поздно мыльный фильтр вновь начнет застилать тебе зрение, а найти в таких условиях рандомно появляющиеся припасы станет куда более сложной задачей. По этой причине пролетают мимо одни из самых красивых локаций в игре. С мылом на глазах просто невозможно что-либо рассмотреть, отыскать, а уж тем более получить от этого процесса удовольствие. Хочется, чтобы вся эта мешанина из эффектов просто поскорее закончилась. Добавляют перчинки, местами неочевидные чекпоинты и непропускаемые катсцены. Некоторые сегменты длиной в 20-40 минут приходится переигрывать по нескольку раз, просто неудачно выйдя из игры. Ладно, с этим моментом, думаю, понятно. Вернемся к нашим миллиметрам. Принес? Прошу к столу. Ставим кипятиться водичку, накерниваем по сотке с Игорем и, дождавшись рассвета, двигаемся дальше. Ровной дороги нам, Петрович. В положительную сторону на атмосферу влияет и музыкальное оформление. Не то чтобы треки были прям выдающиеся, но свою работу выполняют... В общем, засветло мы продолжаем дорогу сквозь ту часть деревни, что была недоступна для исследования ночью. Игорь замечает, что... Кто-то здесь был совсем недавно. Хорошо бы проверить дом. И вот тут я, честно говоря, не понял. Получается, что кто-то здесь был совсем недавно, и хорошо бы проверить дом. Кто-то здесь был совсем недавно. Хорошо бы проверить дом. Ну ладно, значит, уверен, что наши действия по достоинству оценят потомки. Внутри нам под руку попадается... Плохо, что ли? Хорошо. За окном начинается ливень. На столе хирургические инструменты, перчатки, кровь и записка, в которой говорится про замурованную в этом самом доме бабушку, не прошедшую реакцию на манту. Однако родственникам не хватило духа ее убить. Если читаете это, будьте осторожны. Отодвинув шкаф, мы обнаруживаем ту самую бабку. И она все еще жива. В отличие от родственников пожилой дамы, мы право имеем отыграть Родиона Раскольникова, избавив пенсионерку от страданий, однако за это действие нам начислят очков ренегата. Да и вообще, опасности она не представляет. Так что мы, взяв ракурс поудобнее, делаем памятное фото и двигаемся дальше. Теперь мы можем облутать часть запертых домов и с криком «Here's Johnny!» пенетрировать деревянные двери. Однако в своих поисках стоит быть аккуратным, ибо в некоторых домах нас могут поджидать такие вот сюрпризы в виде растяжечки. В общем, собираем все, что можно, и находим нашего бро. Тот, в свою очередь, уже в буквальном смысле встал на лыжи и едет куда-то, прихлопывая рюкзаком на спине. Дойдя до железной дороги, мы обнаруживаем удачно припаркованную дрезину, для которой потребуется топливо, что без труда отыщется в одном из деревенских домов неподалеку. Два бородача погружают свои задницы на транспорт и продолжают путь с ветерком. Поездка на дрезине для меня одна из самых запоминающихся сцен в игре. По дороге можно сфоткать понурые щи Игоря, полюбоваться пейзажами и порешать простенькие пазлы. И да, дрезиной мы управляем самостоятельно. Можно катиться как вперед, так и, не поверишь, назад. Удивительно, прямо как на рельсах. Даже вот фару включить можно. Спустя несколько минут Игорь вовсе решит навалить музла на своем медиацентре, отчего дорога станет еще приятнее. У меня тут кое-что припасено, чтобы не скучать. Yeah.
В общем, Сергей, аплодирую стоя, ну или хотя бы на полусогнутых. На мой взгляд, сегмент с покатушкой получился крайне и крайне удачный. Ну или, возможно, я просто... Я люблю поезда. А вот такие мелочи лишний раз напоминают нам о том, что автор вкладывал усилия в игру. И, несмотря на все косяки, делал свой проект с любовью. С любовью к мутным фильтрам. Конечная, Петрович. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Отсюда придется шпехать на своих двоих. Доедаем последние остатки пищи. В вагончике неподалеку находим монтировку и аптечку, а также записку, из которой можно узнать, что... Собаки ведут себя странно. С помощью монтировки и такой-то матери срываем цепь с ворот и пробиваемся в гаражные массивы, где начинаем судорожно, ну ладно, может быть и не прям судорожно, но искать еду и съестные аптечки. Однако на глаза попадаются лишь батарейки, коих у меня и так скопилось на 5 барабанящих кроликов. Зато по пути нам попадается админ паблика по жизни с братом, правда позавтракать им не получится. Далее осматриваем УАЗик. Вывод. Пизда УАЗику, нахуй. Позже поиски еды завели меня в обход заводского здания, где обнаружилось вот такое вот зрелище. В общем, найдя лишь одну жалкую консерву, мы с Игорьком подобрались к жилой деревне. Повсюду бегают админы, пасутся козочки, вечером проводятся сельские дискотеки с тектоником, в общем, жизнь бьет тугой струей. Не успев пройти и пары метров, натыкаемся на двух гопников, прессующих старого деда и его внука. Старого деда, понял, да? Не молодого. Хорошо, что уточнил. В общем, начинается тупо сельский QTE-шный Guilty Gear, из которого мы, естественно, выходим победителем. В награду нам предлагают ночлег, ужин и чаец с малиновым вареньем. Я, кстати, обещал больше не акцентировать внимание на озвучке. Ну а тебе, лично по секрету, поднеси ушко поближе. Из-за голосов эта сцена с гопниками звучала как ёбаный цирк. Ну, в общем, едим чай, запивая его вареньем в довольно ламповой обстановке. Теперь, перед тем, как отчалить спать, мы вольны пошататься по мирной территории, послушать местного гитариста... Ну хорошо, последнюю. По новым районам, с полчаком в кармане, она торопилась к любимому парню. Тебе говорила привет. А лето кипело, славилось вновь. Найти спиртовое производство... К деду со всего городка за самогоном приходят. Недавно, правда, бандиты привязались, требуют дань с бизнеса. Заценить музыкальную шкатулку и даже собрать ебучую мозаику. А я, блин, обожаю собирать мозаики, ибо по интересности собирание мозаики переплюнет только заваривание пакетика чая в холодной воде. А вот только вновь есть один нюанс, разрушающий все это великолепие. И имя ему, приготовься, сейчас пиздану на верхнеинтернетном. Лудонарративный диссонанс. Ведь и ужин, и варенье, и чаец были сожраны только на бумаге, персонажем в катсцене, но не персонажем в игре. На деле же мы остались еще более голодным, чем были до этого. Великолепно, да? А самое приятное, что голод никуда не денется. Здоровье будет неумолимо уменьшаться во время исследования мирной локации. Так что и диалоги, и гитарист, и музыкальная шкатулка, и чертова мозаика со свистом летят в пизду. Ведь какое мне дело до выстраивания атмосферы, когда здоровье убегает на таймере, а картинку на экране заливает фильтрами Тимур Мамбетов. Пока суть до дела, выясняем немного лорной информации о нашем персонаже у Игоря. Петрович, ты из какого города? Из Липецка. А, серьезно? Как же уцелеть удалось? Жители Липецка, все правда настолько плохо? Ладно, время давать храпака. Но мысли о том, как по-умному надо было ответить тому гопнику у подъезда в нулевых, не дает нам заснуть. Поэтому друган-дружбан решает усыпить нас порцией экспозиции. Сон не приходит. Ага. Мне тоже не спится. Одолевают кошмары из прошлой жизни. Давно спросить хотел, откуда шрам на лице заработал? Да вон из тех самых кошмаров. Автокатастрофа. А снится нам не рокот космодрома, а телефонный флешбэк, где нам в квартире, больше напоминающей декорации фильма Балабанова, предстоит набрать единственный номер. Нашей жены Ани. Да, нашей жены. Мы как арабский шейх, только наоборот. Но мы, естественно, сперва звоним туда, куда неустанно зовет сердце. 8-800-555-3535. Да. Алло. Да-да. Никто не мешает продолжать экскрементировать дальше, благо на столе много подходящих номеров. И если судить по ачивкам, можно набрать и все шестерки, и тогда тебя будет звать Ад, Сатана и прочая хрень. Но я не рискнул, это уж ты как-нибудь сам. Ну, а мы звоним жене. Алло. Алло, Анюта, привет. Как Светик там? Ну, отлично. Аня, у меня командировка планируется, может я... Заеду на неделе. Хорошо. Хорошо, буду ждать. Давай.
пока. Вот такие дела. А с утра вдыхаем легкий весенний бриз, ловим лицом приклад и идем чистить зубы и заваривать чай. Умыв лицо, развязываем руки и быстренько совершаем будничный стелс-побег. Вы же сами не хотели по-хорошему. Так, этого тоже в тачку. Давай, пошел. Ну, в общем, мы едем кататься, и, судя по всему, в конце пути нас ничего хорошего не ждет. Однако Игорян совершает дерзкий побег, разведя бандита как пятилетнюю девочку. Или мальчика. Да, уж не будем сексистами. Может, сигареткой угостишь? Почему нет? Давай, освобожу. Держи-ка. Трофей. Получив в руки трофейное оружие, вываливаемся из грузовика как мешок с добром и устраиваем локальный день Д в обратной перемотке. Расстреляв весь выданный боезапас и наловив маслин, выдаем напарнику единственную только что подобранную аптечку. Конечно, можно этого и не делать, но мы тут вроде как светлого джедая отыгрываем. Да и ждать с минуту, пока Игорь раздуплится и заавтригенит свою рану, такое себе удовольствие. Вот так. Жить буду. А вот мы уже, видимо, не факт. По пути наш Чук и Гек попытаются скоротать дорогу диалогом, однако тот не особо клеится. Петрович, у тебя остался кто-нибудь из прошлой жизни? Семья? Друзья? Семья. Только далеко они. Так ты их искать собираешься? Спустя неопределенное время добираемся до пансионата Бор. Я как бы дальше квартиры и красно-белого не выходил, но если верить вот этому сайту, реально существующее место из Подмосковья. Или, как называл его Игорь, правительственный дом отдыха для чинушей и их семей. К этому времени еды в наших карманах само собой не прибавилось, а единственную найденную аптечку выклинчил наш друган-дружбан. Как можно заметить, видимость в таком состоянии близка к нырянию под воду без маски. В общем, нужно срочно пополнять запасы. Но, как можно догадаться, с таким фильтром панический процесс обшаривания полутемных заброшенных помещений превращается в... Пиздец. Ту еще задачку. Если оставить флажок, на каком этапе игры автор ролика окончательно поплыл, то это примерно вот здесь. Весь этот процесс даже на монтаже смотреть больно, а уж принимать в нем участие. В итоге, найдя пару растяжек и начав весь, я, сука, подчеркиваю, весь этот увлекательный процесс заново дважды, при этом лут тоже может поменять свое местоположение, поэтому обшаривай, сука, каждую комнату по новой. В конечном итоге мне удалось найти одну консерву, но в качестве компенсации отыскался пазл с психологическим тестом и множество записок. И все это, я напомню, надо решать и читать без паузы, с мыльным фильтром и постоянно уменьшающимся здоровьем. Бродя в полуобрачном состоянии среди трупов взрослых и детей, в поисках хоть какой-то еды, у меня в голове даже на секунду возникла мысль, а не добивался ли автор именно такого вот ощущения. Но, кого я обманываю, вероятнее всего, или я казуал, или игра просто недостаточно тестировалась. Как жаль, что так и не удалось сполна заценить красоту этой локации, ибо с таким зрением, что пансионат Бор, что замок писек будут выглядеть одинаково. Тем не менее, в одной из комнат можно отыскать запертый сейф, в котором, как выяснилось позже, лежали пара аптечек, патроны к пистолету и метаинфа о происхождении вируса. Но, чтобы его открыть, нужно, блять, записывай. Отыскать аккумулятор, который может появиться в случайном месте карты, в том числе на улице. Потом, в дальнем конце другого здания, в потемках найти ебучий проектор, вставить в него аккумулятор, увидеть случайно сгенерированные цифры, вернуться через все здание в другое, вновь отыскать на третьем этаже сейф и ввести код. Я еще раз напомню, все это время видимость искажена и приближается к нулю, а здоровье персонажа с каждой секундой стремится нахуй. В общем, удачи тебе в этом начинании, а я, пожалуй, просто пробегу до сюжетного скрипта, авось не отъеду. Кстати, о скрипте. Спустя какое-то время нас нагоняют серьезные ребятки на своем грузовике. Мы баррикадируем двери и оказываемся в ловушке. Благо, в том же помещении находится вход в бомбоубежище, в котором, к тому же, есть секретная правительственная ветка метро. Однако двери в лифт не откроются без электричества. Наш друг, спокойный как удав, велит нам поискать то, чем можно запитать лифт, пока он будет на хардкоре играть в гляделки с дверью лифта. Под нарастающий стук снаружи мы, непрерывно откладывающие стройматериалы, обнаруживаем в одном из шкафов ключи от трансформаторной и, слава всем богам, аптечку. Это позволит нам в дальнейшем ненадолго прозреть. Решив сложный, как тригонометрия, пазл, заходим в лифт в тот самый момент, когда...
батарея питания отруби, чтобы эти спуститься не смогли. Если вдруг свет увидишь, очерти фонарем круг. Если так же ответит, это я. Если нет, лучше беги. Итак, получив инструктаж, разъединяемся с другом и идем в неизвестность по темным тоннелям бункера. Пока мы топаем, можно услышать отдаленные выстрелы. Странно, а по кому это там могут стрелять наши преследователи, если мы с Огаряном тут, внизу? Продолжая исследовать местность, в одном из технических помещений можно подобрать любопытную газетенку, на момент написания которой в Савнгард отправились уже более 40% населения Земли. Учитывая тот факт, что в последний раз мы перекусывали разве что ибупрофеном из аптечки, нужно в ближайшее время найти что-нибудь покушаться. Поэтому начинаем поиски. В этом бункере становится немножечко не по себе. Далее начинает происходить странная дерьмишка. В правой ветке тоннеля оказывается что-то вроде аномальной зоны. Герой предупредит, что рядом с этим местом чувствует себя как после 10-часового просмотра Трум-Трум. В левом ответвлении находится дверь с кодовым замком. Наверное, ты будешь шокирован, но это означает, что нам предстоит отыскать от нее код. Продолжаем осматривать отсеки бункера. Находим пару фотографий и вкусную аптечку. Тут же сжираем ее вместе с упаковкой. Найдя вентиляционное отверстие с нычкой внутри, сносим решетку топором, отыскав код от двери в записке, спрятанной за бутылочкой коньяка. Хотя лично я бы прихватил и последнюю, но мы бежим отпирать замок. Кто-то или что-то движется к нам из темноты тоннеля. Пометуя инструкцию, жмем F, чтобы выказать уважение и очертить круг фонарем. Эй! Дверь начинает ломиться от ударов непонятной ебаки, а вокруг происходит какое-то мистическое дерьмо. Подбираем ультрафиолетовый фонарик, который поможет разглядеть всякое. Например, какой-то греческий символ. Понятия не имею, что он означает, наверное, что-то из мифологии. Вообще, на этом моменте становится по-настоящему стрёмно. Ориентируясь на метки, пробиваем трубу в стене. Освободив себе путь от пара, выбегаем через другую дверь, заперев за собой преследующую нас шелупонь. Крутим вентили, ибо игра у нас сюжет части хоррор, и подняв уровень воды, забираемся на импровизированный плот. Тоже любопытный и атмосферный момент. В особенности, если бы плот в режиме паузы не клиповал в геометрию уровня. Ебанув 100-метровку плотовым брасом, выбираемся на берег, где находим аж две аптечки. Далее проходим пазл, где нам предстоит на глазок запилить себе на токарном станке деталь нужного размера. Отворив ворота, мы выходим в темный и длинный тоннель. Еще раз подчеркну, не светлый и короткий, а прям темный и длинный. Прямо как твой любимый тег на порнхабе. Совершив прыжок с высоты школьной парты, передаем братский привет Геральту. Однако, если спуститься 2 сантиметрами левее, расстояния хватит на то, чтобы не убиться насмерть. Внизу находим джентльмена, о котором можно было прочитать в одной из записок в бункере. Вернее, сам джентльмен уже давно кормит свиней Дементия, а вот его автомат очень даже живой. Устроив аниме-вариант док-шоу «Я и моя собака» без Михаила Ширвинта, продолжаем свой путь. Джоэлу явно нехорошо, а себе начинает напоминать полученные за петушествие ранения.
Забравшись наверх, мы оказываемся на... Тут у москвичей должна встать пипирка, станции метро Площадь Революции. Ну а дальше начинается чисто мой экспириенс в метро из 10-х годов под двумя флакончиками Тусин Плюс. Наша задача — нести расстрел в массы. При этом некоторые статуи после смерти выписывают нехилую такую сальтуху назад, добавляя происходящему драматичности. После отстрела всех бронзовых истуканов трип заканчивается, так же как и большинство культурных мероприятий, с похмельем и в луже крови. Снаружи здания метрополитена оказывается вполне себе живые улицы города. По правый борт хипуют какие-то говнари. В городе есть где побродить, присутствует несколько сторонних активностей и даже встречается всякое съестное и лутабельное. Неподалеку, судя по звукам, сперва проходит какая-то мирная демонстрация. Ну а потом на том же месте происходит взрыв и стрельба. В одном из зданий можно найти пасхалочки в виде плакатов с краю «Фир», «Ждалкера», «Хлебососника» объекта класса «Евклид» и повода накинуть говна на вентилятор в комментариях. В общем, побродив по городу, выполнив сторонний квест и обзаведясь полезными цацками, а также сбацав на гитаре под вокал группы... Движемся в сторону родной хаты. Далее происходит тупо вечерний выпуск телепедерачи «Необъяснимо, но факт». Некая леди из переулка начинает звать на помощь. Люди, помогите! Пожалуйста, моей сестре плохо! Наш герой при этом стоически проходит мимо, даже никак не прокомментировав свои действия. Необъяснимо, но фак! Не совсем поняв, что это нахер такое было, я забежал обратно в переулок и никого там не обнаружил. В голову напрашивалась единственная мысль. Возможно, мой персонаж доктор мудак, набрал недостаточно кармы, поэтому и идет на плохую концовку. Но что это такое было на самом деле, я объясню чуть позже. Мы подходим к родному дому, туда, где живет семья нашего героя, дочь Светлана и жена Аня. Адрес этой квартиры всю игру был записан в нашем блокноте, исполняющем роль инвентаря. Житницкая, 16, квартира 5. Итак, входим в родной подъезд с автоматом в руках. Пока что ничего не поменялось, лично я в свой подъезд только так и захожу. Находим что-то, видимо отсылку на Heavy Rain. Затем топаем в пятую квартиру, где с помощью залутанных отмычек путем Обливиона проникаем внутрь. На столике лежит письмо Анне, написанное нашим героем. В письме он рассказывает про свой переезд в Липецк, про то, что в нетерпении ждет следующей встречи с семьей, а также вспоминает фотоальбом, который они собирали вместе с женой. Видимо, отсюда и привязанность главного героя к фотоаппарату. Из этого же письма можно выяснить, что зовут нашего персонажа не Джоэл, а Андрей. Хотя все мы понимаем, что хорошего человека Андреем не назовут. Мы заходим в комнату дочери, видим открытку и фотографию. На полке лежит тот самый семейный альбом. Герой садится за стол и начинает его смотреть. Альбом, не стол. Тем временем, где-то там, в бункере, наш напарник подбирает семейную фотографию, выпавшую из штанцов нашего героя. И здесь выясняется некоторое дерьмо. Прости, Петрович. Надеюсь, ты нашел, что искал. Итак, семья Андрея мертва. Причем, судя по фразе... Только далеко они. Сам Андрей об этом факте не знает. Ну и виноват в их смерти никто иной, как наш безымянный друг и напарник. Андрей продолжает смотреть семейный альбом, за которым он и пришел. Видимо, надеясь еще когда-нибудь увидеть свою семью. Титры, занавес. Как я уже говорил, в игре несколько концовок. Мы, можно сказать, прошли на среднюю. Та самая бабца, звавшая нас на помощь в переулке, на деле заманивала нас в ловушку. И в случае низкой кармы, главный герой повелся бы на зов и получил ножом в живот. Ну а Андрюха, который и до этого не особо-то был в здоровом состоянии, добравшись до семейного альбома и щедро залив его собственной кровью, отправился бы в Саундгард прямо во время просмотра фотографий. В случае очень положительной кармы, наш напарник встретил бы нас на станции метро. Весь сегмент с городом мы проходили бы вместе. У злополучного переулка Игорь остановил бы нас, предупредив, что это ловушка. Добравшись до дома вместе с нами, пока Андрей смотрит альбом, друган-дружбан, заметив фотографию на стене, точно так же вспомнил бы вышеописанные события, виновником которых является его пьяная жопа.
Обычно я не делаю выводов в конце, но здесь хочется сказать пару слов. Во-первых, ну, Сергей, создать практически в одно жало настолько атмосферное, красивое и разнообразное, и местами пугающее приключение, ну, это достойно всяческих похвал. При этом игра даже работает нормально, и за все время наткнулся лишь на пару багов, да и то не сильно критических. Конечно, озвучка не хватает хуйцы с неба, да и субтитры написаны будто восьмиклассникам в инсте, все эти лишние многоточия, наличие и отсутствие пробелов там, где надо и не надо. Но все это, как нифиг делать, компенсируется вышеперечисленным достоинствами. Лично для меня главной ложкой говна в бочке пива стал этот вот помоечный мыльный фильтр на глазах при низком значении ХП и отсутствие пауз при чтении в игре, которая набита записками доверху. С учетом всего этого, среднестатистический Игорек, ну или нубяра такой, как я, будет пол игры бегать как слепой котенок. Ну а в целом, по завершении игры, впечатление гораздо ближе к положительным. Хз, если тебе понравилось, можем заценить и другие игры за авторством Сергея, он их там много наклепал, посмотреть, как эволюционировал скилл и все такое. Ну а на этом, как говорил мой дед-инженер. Сворачиваем работу. Огромная благодарность моим подписчикам на Бусти. Люблю вас, ребятки, целую в жепы. И просто неравнодушным задонатившим гражданам. Особенно тебе вот, братишка. Это не помех был, это типа поцелуйчик. Ладно, я отчаливаю.